ковер. Ковер хочу. Где ты видишь ковер? Ага, ковры, да. Вот такой стул красивый, но, наверное... Так а что ты хочешь здесь показать? Тут-то показать особо нечего. Это вообще какая-то стройка какая-то. Стройка, ну и что? Стройка века. Какая-то полочка за $40. И стеллажик за тоже $40. Ну и такие стеллажики какие-то для гаража, там, я не знаю, для подсобки, для какой-то. Мебель пошла. Я пошла люблю мебель. Я вот подумаю, знаю, что, Сережечка, может быть, нам с Ашулей купить вот такую вот штуку для ивонных леков. А? Можно. Мне не нравится, что они в этом комоде стоят в черном, потому что ему тяжело эти полки открывать. Все. Так? Такая штука стоит $25. Только, как ты думаешь, там же колесики можно достать? Можно, конечно. Да? Можно на тормоз поставить, и она не будет ездить. Вешалки. А так она бы в детской стояла нарядненькой, Саша на все эти лежали. 50 вешалок, покрытых специальной такой вельветовой тканью, мягенькой, с которой не соскальзывает одежда, будет стоить $15. Угу. Поехали. Ой, а сколько он стоит? Наш больше, да, такой же. Наш такой же, по-моему. Они, наверное, все одинаковые. Да. Наверное, зайка, вот он стоит, цена, $100, угу. Вот, потому что $10 это вот эти вот корзины, а $100 это стоит вот такой вот, ну как его назвать, шкаф, комод, короче, с тряпичными, вот с такими, оп, и хорошо. У нас у детей детская такой стоит? Похоже. Не, наш, подожди, нас на 3, наверное, или на 4. Блин, такое ощущение, такое что мы в детской не были очень давно. Что у нас на 3, но они как больше. А как ты думаешь, может быть, в Икее такое посмотреть? Может, оно там дешевле будет? Может быть. А за это самое за фотографию? Так уже зафотографировано давно. Что здесь еще интересного? Блин, смотрите, какая душевая головка. Блин, стоит она, нифига себе, $369. Пока выстирался. Так смотри, тут у тебя будет и из головы, и вот еще со стены. Короче, душ Шарко на дом. Можно только установить? Можно, но не нужно. Да. Так. А может, все-таки чуть-чуть есть. Это уже у кого в своем доме есть возможность поставить две раковины, можно поставить вот такую красоту. Тут ты цену покажешь. А, да, цену надо показать. Эта цена будет сколько? 499. Mm-hmm. Еще и сейлик на нее. $190. Очень красиво. Мне нравится вот этот комод под телевизором. Мне тоже. И вон тот мне тоже нравится. В общем, вот такой комод красивый. $500. И верхний, наверное, тоже 500. Что-то у них как-то цена в одну кучу. Да, 70 да. дюймов и 75 дюймов, в общем, приблизительно одно и то же. Угу. Круглое кресло. Такое кресло мне тоже нравится. Почти как маленький диванчик. Класс. Он бы очень хорошо нам по цвету так подошел, Зай. Диван. Вот такой диван. У нас до сих пор не решен вопрос с диваном. Там сейчас очень надо сверлить стены в магазине. Давай ты лучше посиди на диван. И смотри, кот, тебе вообще классно это будет нравиться, видишь? Конечно, ты у меня будешь поговорим. Давай. Диван с резетками, совсем диван. Я в диване никогда не сижу. Очень плохо. Еще у него откидываются спинки. Вернее, не спинки, а под ноги. Она откидывалась. Но её это уже, не я. Ее уже кто-то откинул. Но она как-то... Ну и она просто не собрана. Ну прикольно так сделано, чтобы да можно было покушать, Сережа, и разлить на диван. Все, я даже знаю, что мы праздновать будем скоро. Такие вот две резетки и два USB-порта. Кот, ну и по цвету он шикарно нам становится. Умный диван, который подключается к резетке. Да, мне не нравится вот это. Я тебе честно скажу. Значит, вот, в общем, ты... смотрите, вот это вот, это... Это не кожа, это не ноутбук, это какая-то, ну, будем откровенны, это какое-то порно. Порно ткань какая-то. Ну, Зай, ну, мне кажется, это... А мне вот наоборот, очень приятно. Оно приятное на ощупь, но мне кажется, оно засалится, зажирится.
затрется. О, смотри, какие здесь есть. Сережечка, хованки. Зайка, смотри. И зад у него. Пью. Так может его задом надо ставить? Так, короче, меня супруга уговаривает на диван. Вот эта вот женщина. И сзади с кухни у нас будет так же, как при нашем этом. Красивый диване. Вид. О. Ну, Серега. Ну, стул. У него сзади хороший вид, не так, как в этой. Мне больше нравится вот тот диван. Так, Сережа, ты привыкнешь к этому, и он тебе понравится. Я говорю, вот этот мне диван больше нравится. Займи. Смотри, он на полтинник дороже. Сотка скидка. Зай, вот такой шикардосный диван. А здесь ты сможешь джусером. Зай, такую штуку я себе сам сделаю. Вот этот вот мне как-то нравится больше. Sorry. Oh, no problem. It's okay, no problem. You can take my picture, it's very comfortable. Вот как-то мне диван этот больше нравится. У него тоже есть, наверное, эти подножки. Да, вон, ноги выкидываются. И я больше чем уверен, что у него тоже, да, вот у него и розетки есть. И все дела у него есть. Да. Сережечка, мы с тобой любим вечером. В расстроенных же чувствах, что у нас не совпали вкусы, моя супруга пошла выбирать себе пижаму. У нас вкусы совпали, ты просто еще не разобрался, нет, какой нет, диван ты хочешь. Дело в том, что да, реально, тот диван с интересным нет, столиком, но он, если бы он был не из такой ткани, вопросов бы не было. Хочешь блузку, купи блузку. А насчет дивана, наверное. Зайка, ты не понимаешь. Ну что, пойдем, наверное, на кассу. Да. Наверное, да. Уже наш картридж зарядился. Пойдем потихонечку мы на кассу. Протеиновые чипсы. Это что-то новенькое. Такого мы еще не видели. Протеиновые чипсы. 368 грамм. 90 калорий. 5,98. Пошли, кстати, посмотрим те чипсы, которые мы покупали в Grocery Outlet. О, надо, кстати, сделать. Блин, ну кошачий корм, наверное. Наверное, я не буду есть сегодня кошачий корм. Так, пойдем посмотрим. А, вот. Но здесь 36 пакетиков. Это не то. Мы хотим... Нет, мы, наверное, прошли чипсы. Ну, смотри, их нету здесь. Они все в тот магазин ушли. Потому что там есть диарея. Упаковка Принглсов. 6,98 за 6 банок. В долларе, а не по доллару. Так тех чипсов, думаешь, нету, да? Ну пошли тогда на кассу. Пойдем. Тогда на кассу. А сколько кисос? Сколько они весят? Интересно, надо посмотреть. Вот такие вот вкусные шоколадные конфетики маленькие. Кстати, очень хорошая цена. 1,5 килограмма $11.
Надо будет, когда все закончится, взять такие. А если на них еще сейл такой проскочит? Кстати, почем мы их брали? По 8? По 8, вот, а здесь они 10.98. Тогда мы их взяли очень по хорошей цене, просто по скидочке. А здесь вес у них, давайте напомним сами себе, кило 470. Тоже очень хорошая цена. Тут уже разорвал пакет, наверное, и попробовал. Да, просто лучше. Пойдем посмотрим девчачьи дела. Мы снова к ним возвращаемся. Этот вопрос подписчики просили освещать. Это всем интересно. Поэтому мы сегодня посмотрим, да, еще вот такие товары для здоровья, для полости рта, для пасты. Вот сегодня паста, кстати, на очень хорошие скидки. Макс Фреш. Так, Макс Фреш, Колгейт. Вот такие вот 5 тюбиков по 215 грамм. Вот такая вот цена, очень хорошая. Очень даже это неплохая цена, я вам скажу. Так. Да. Щетки. Щетки. Сегодня скидка 2 доллара, 10.98 за 8 щеток. Ну, это хорошая тоже цена. Если нам нужны щетки, мы можем купить. Ну давай, значит, нам надо купить там или софт, или медиум. Давай искать. Давай, давай искать. Ну так это где? А, вот написано медиум. Ну, все прекрасно, берем такие щетки. У нас некоторые товарищи в семье настолько интенсивно чистят зубы. У нас Катарина ощущает щетку вообще в хлам. Конечно, не могу сказать, что в неделю, но раз в две недели мы меняем ее щетку, потому что она ее просто урабатывает. Санитайзер 6.98. Очень большая бутылка. Опа! 2 литра. 2 литра санитайзера. А вот, кстати, маленькие санитайзеры по очень интересной цене, зайка, смотри. Это что, получается цена 6 санитайзеров за 5.12. Дешевле даже получается, чем в этом самом, в центах или в доллар 3. Так, ну что по прокладкам? По прокладкам вот, я буду показывать, а вы просто смотрите. Тампоны, да? 10.98. За большую коробку таких вот веселеньких тампончиков, 96 штук. Вот такая упаковка, вот такая цена. Так. Вот такие вот тампончики, 11.48. Оп. Нечаянно, тампончики чуть не сломал. Вот такие. 11.48. 84 штучки. Так. А есть вот такие вот. Маленькие. 12.88. Сегодня прямо сплошные сейлы в Sam's Club. 96 штучек. Так. Олвейсы. Ежедневки. 6.22. 240 штук. Ну, это прикольно. Зайка, а ты видела вот это? Ты это не берешь? Ежедневки 240 штук, 6.22 на них сейлик. Ну, сейчас посмотрим. Так, есть вот такие вот. Вот они.
Есть вот такие. А ты сумочку не берешь сегодня? Нет. Почему? Я думаю, Сережа. Зай, что думать, сумочка? Мне сумочку уже надо брать. Нет? Мне сейчас нужно решить другую проблему. Давай расскажем. У нас девочка стала большая. Я не хочу разговаривать об этом на камеру, Сережа. Разговаривай не на камеру, говори на меня. Сереж, отстань от меня. У нас стала взрослая девочка, и она хочет... Ну, в общем, ей надо. Ну ладно, мы зависнем немножко, потом расскажем. Это не записалось. В общем, специалист остановился вот на таких. А с сумочкой сегодня не будем брать? Сереж, ну исчезли. Ну просто спросил. Нет, сумочка сегодня брать не будет. Все. Ну повыбирай еще что надо. Что мне глазки строишь? А кому мне глазки строить? Той женщине, которая на заднем плане, что ли? Нет, я не строю. Давай. Значит так, сегодня наш выбор пал на... На вот эти прокладки. И он не выбор наш пал, да. Просто сейчас у нас... Нашей дочи, да, у нас перемены всякие в организме произошли. Она стала тинейджером. Но то, что подходит мне, не подходит ей, поэтому мы вот немного пока плаваем и... В замешательстве. Мы не можем определиться... Ну, не то, что не можем определиться. Я не знаю даже, как это сказать. Я хочу, чтобы ей было максимально комфортно и максимально как можно лучше. И то, что я знаю, то, что подходит мне, она не может использовать. Поэтому мы не можем определиться, как сделать... Почему волнуемся? Потому что у нас первая дочка такая взрослая, так, старая. У нас вообще одна дочка пока. Это в общем, мы определяемся с тем, что надо для нашей дочери. Вот. И показывая вам все, показывая, сколько это стоит. Но мы стесняемся. Да не стесняемся, мы тушуемся. Мы волнуемся. Показывая вам, сколько это стоит, мы просто еще потихоньку думаем, что лучше взять. Ну, мы пробовали разные варианты, и они не очень подходят. Ну, она учится, мы подбираем. В общем, пробуем сегодня это. Да. Ну, пошли, наверное. Вот о чем мы тут зависли. Да, мы зависли. Да. Вот, поэтому вот такой небольшой экскурс в прокладке был. Вот у меня такой интересный. Можно мыло купить для мужчин? И у меня будет свое мыло. Наконец-то. Так, кот, у тебя есть свой 13, кофе? Я думаю, на этом уже давай остановимся. 13 долларов за 14 кусков. Смотри, кстати, здесь мыло дешевле, чем в долларе. Смотрите. Мыло? Мыло. 12,98, 14 кусков, ну мы моемся жидким, а я, как говорили в уральских пельменях, ну, Сережечка, мылю, посмотри, голову, а вот это... мылю голову и гоню потом туда, куда надо. Зай, а это жидко? Тоже вообще вот зелененькое, да, зелен... оно вообще, вообще еще дешевле. Даром. Ты так удивляешься, как будто не ты полгода назад здесь такое мыло покупал. 7,84 за 20 кусков. Вот. Еще, кстати, вот очень хороший шампунь вот этот вот. Давай, давай, мешаем здесь. Ну, не мешаем, отойди, вот я покажу. Вот этот шампунь 6,97. Ты хочешь попробовать? Не, не хочу, я просто хочу сказать, что на него хорошая скидка, и это неплохой шампунь хороший. Ладно, пойдем, там женщина что-то выбирает, не будем ей мешать. Ты посмотри, зайкай на Pantene. Я вижу на Pantene хорошие скидки, а нашего Head & Shoulders, вот Head & Shoulders. Зай, нам не надо зацепить, у нас еще есть на складе? На складе. У нас есть маленький склад, поэтому... Если вы думаете, что мы что-то не покупаем, это значит, не значит, что, мы просто не берем, моем голову золой. Это значит просто, что да. В общем, что у нас сегодня вот такой вот Head & Shoulders зеленое яблоко 9,48, скидка 2 доллара. И вот такой вот еще с миндальным орешком. А тебе кажется, что здесь бутылка больше? Нет, это от жадности она кажется, что больше. Нет, ну посмотри, бутылка другой формы. Сереж, я приду тебе и дома достану. Литр? 280. Может и больше. Так а что у нас вообще есть шампунь? Шампунь есть, но если хочешь, можешь. Нет, если он есть, то нет. Просто я мою голову только Head & Shoulders. Это не только ты ее уже моешь, еще и Катарина уже начала. Уже и Катарина подключилась. Да. Короче, был у меня, хотя бы был шампунь, сейчас у меня уже и шампунь отбирают. Так,
потому что раньше Катаринка Пантином мылась, потом от Пантина, что нам, короче, не нравится, и теперь мы пользуемся твоим. Так, ну все, мы идем на кассу, вон там, наверное, свободная касса, а вот и здесь свободная касса. Все, ребята, сейчас пробьемся и покажем вам, а то нам нужен телефон, чтобы показать свой штрих-код. Вот что у нас получилось сегодня с продуктами и с непродуктами. Мы еще какую-то десятку сохранили почему-то. Наверное, от того, что набрали. Вот. Это замечательно. Все, будем платить. Мы уже в Smart & Fine. Купили помидорчики такие, как обычно, за 5,99 коробочку. И сейчас двигаемся за мукой. У нас все захотели блинчиков. И мама нам решила напечь их. Да, мука закончилась, поэтому пойдем купим муку. Что ты делаешь с блинчиками, с сиропчиком? Я беру блинчик, сироп, но делаю сироп посередине, потом я потакал сироп и блин. Заворачиваешь его потом? Да. Да? В трубочку? Да. Мы, наверное, когда будем кушать, ты покажешь, да? Мы прошли муку. Мука золотая медаль. 2,69 за 2 килограмма 260 грамм. Ну можно пакет? Очень больших упаковках покупать. Да. На 4 килограмма 530 грамм стоит 3,79. Это все? Да, потому что, наверное, мы больше ничего не будем. Наша цель была помидоры, мука. Все, идем на кассу. Так, еще мы купили вот такие вкусненькие цинамоновые штучки. Саш, проходи. Они стоят 2,50. Такие вот донатсы 6,49 пополам, ситный хлебушек $1.49 пополам. Так, ну что, можно подвести итоги наших закупок. Я один, потому что Маришка побежала за детьми, потому что, как обычно, времени на все не хватает, все бегом, все получилось впритык. В общем, в Sam's Club, как вы видели, уже мы потратили $94.29. Вот, даже я бы сказал, с налогом получилось $99.36. Почему с налогом? Потому что там у нас получились прокладки, зубные щетки, мы еще взяли шампунь. Вот. И то, что вы видели, минус $10, это был тот как раз дискаунт, та скидка, которая была на продукты, которые сегодня были по сейлу. В общем, сумму, что за что, напишу, как обычно, на превьюшке. Так, в Костко мы заправили картридж. Отдали за это $9.84. Да. То есть перезарядка картриджа чернильного обходится, грубо говоря, в $10. Вот. И в Smart & Final мы потратили... Мы потратили, сейчас я вам скажу точно, сколько мы потратили. Потратили $15.17. В общем, вот такие были сегодня небольшие закупки. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке. New Life is My Life». Спасибо за просмотр. Задавайте ваши вопросы, пишите комментарии. И оставайтесь на связи. До встречи, бай-бай.